Актау выбрали лучших исполнителей строевой песни. Ими стали представительницы военно-морской базы ВМС страны. Несмотря на волнение и трепет до выступления, все солисты показали высокое мастерство и признались, самое сложное – петь и одновременно маршировать в ногу. Горожане услышали песни о родине, любви и, конечно, мелодии военных лет. Проводить конкурс «Когда поют солдаты» именно 7 мая стало уже доброй традицией Актауского гарнизона. Он, кстати, считается уникальным по своему составу. В него входят сухопутные войска, силы воздушной обороны, военно-морские силы, пограничная служба КНБ и представители Национальной гвардии. Верховный главнокомандующий президент сказал, каждый военнослужащий должен быть гордым, что служит в вооруженных силах Республики Казахстан, так как на сегодняшний день из наших соседей никто не имеет претензий к нашему государству. Патриотические песни, они очень важны для солдат-матросов, вот, в пешем походе, вот, как бы поднимает дух.